50 миллиграмм в сутки тогда назначается пациентам старше 75 лет с умеренным нарушением функции почек, а также постоянно принимающие активные ингибиторы гликопротеина, о котором я говорил раньше. Дальше. В случае проведения спинальной анестезии или лумбальной функции, это тоже очень важно, потому что там, если назначить неправильно, то больного может быть гематома эпидуральная, а это всегда очень чревато. Такие процедуры, как спинномозговая анестезия, могут потребовать полного восстановления гемостата. Первую дозу препарата следует принимать не ранее, чем через 2 часа после удаления катетера. Когда спинномозговая обезболивание происходит, то, в принципе, это знают анестезиологи, но врач от таких травматологов тоже должен это знать и быть настороже. Если пациент пропустил день, скажем, он принимал, что он пропустил день, на второй день, что ему делать? Принимать просто длинную дозу или брать двойную дозу за пропущенный день? Нет, надо обычную дозу принимать. Дальше. В случае экстренно-хирургического вмешательства прием препарата протаса необходимо временно прекратить. Ничего сложного не будет, если вы, скажем, временно прекратите, выполните операцию, а потом снова назначите. Хирургическое вмешательство, если это возможно, лучше выполнить не ранее, чем через 12 часов после состояния приема протаса. Почему? Потому что кровоточивость увеличивается. Мы раньше так делали. Флексан вводили перед операцией. И, конечно, операция наша проходила на довольно большом, с большой кровопотерей. То же самое и с продажей. Поэтому лучше назначать после операции, не до операции. Но если операция по жизненным показаниям, ее нельзя отменить, то тогда следует оценить все соотношения риски и быть готовым к тому, что надо будет вводить препараты, которые будут улучшать кровотечение. Ну, например, тревоксамовая кислота. Вот. Ну, здесь положительные свойства протакса. То, что они требуют контроля, хорошие действия, широта действия, ну, великолепно. Прием один раз в сутки. И доказано то, что он является препаратом первичной профилактики после ортопедических операций. Кроме того, есть еще фармакоэкономика. Мы раньше как-то на это, может быть, не обращали внимания, а сейчас, да. А именно, есть такое понятие, как cost-saving. Наши исследования показали то, что применение пероральных препаратов дешевле, чем применение других препаратов. И это очень важно сейчас для, скажем, когда все считают деньги. Продакса входит в список жизненно необходимых лекарственных препаратов. И это не только у нас, но и в более чем 30 странах. Итак, для него эффективно безопасность, эффективность и хороший спектр действий. Заключение, как я сказал, что ревоксабан применяется и в травме, и в ортопедии. Ревоксабан только после оперативной ортопедической операции, а фиксабан только после плановой эндопротезирования тазобедренного коленного сустава. Итак, уважаемые коллеги, я заканчиваю свой доклад вот этим интересным таким интересным слайдом. Есть закон Мерфи. Я не знаю, знаете кто-нибудь, кто такой закон Мерфи? Закон Мерфи появился после войны в Америке. Был военный специалист Игнат Мерфи, который исследовал причины всяких катастроф, поломок и так далее. И он пришел к выводу, что если есть две вероятности какого-то случая, то чаще всего случается плохое. То есть если бутерброд падает, то падает масло вниз. Когда не падает, как говорится, масло вверх. И вот касаясь нашей сегодняшнего моего выступления, вот, можно сказать, что если доктор знает, как называется ваше недомогание, это еще не значит, что он знает то, что это такое. Переводя на сегодняшнюю тему, фотогенеза тромбоза остается еще очень-очень много неясно. Если ваше самочувствие улучшается, это не значит, что вы выздоравливаете. Проводимая профилактика не позволяет полностью избежать тромбоз. Мы видим, что мы проводим профилактику, но тромбозы иногда встречаются. Показания профилактики лечения по тромбозу врачи
пациента, определяет по-разному. Вот, то, что операцию можно сделать, не значит, что ее сделать необходимо. Ну и в принципе антикоагулянты перевали, в ряде случаев имеют побочные эффекты. Переводят на закон Мерфи, лекарство это вещество, которое, будучи введено в крес, дает научный результат через статью. А введенных человека опровергают этот результат. Эйнштейн сказал, сделай все настолько просто, насколько это можно, но не проще. То бишь, если правильно все оценить, если состояние и больного, и характер операции, можно выбрать тот препарат, который действительно поработает. Но не надо выбирать тот препарат, который не будет работать или, скажем, даст осложнение. На этом спасибо за внимание.